давай. Вчера я была у врача, у лор-врача. И зашел разговор о том, что чем я лечу свое горло. Я ей показала все наши витамины, буклетик показала. Она, ну да, дорого, дорого, да, ну я вот терафлекс пью, вот это пью. Я говорю, посмотрите, я говорю, тут надо 3 минуты до еды, 20 минут после еды. Я говорю, голова кругом идет, кардиолог свое, этот гастроэнтеролог свое выписывает. А тут, говорю, 2 продукта смешал утром, 1 вечером. И для удовольствия еще можешь закапать туда тебе, что хочешь. Омегу, коэнзим. Вкусно, не надо голову заморачивать. Выпил и забыл. Энергии через край. Ну так мы про экономию еще, про экономию говорим. Экономия-то какая? Вот я на ресторете. В 70 лет уже, 4-й год, вот пойду к зубному врачу. Врач один и тот же. Она говорит, я удивляюсь. Говорит, даже зубного камня нет. Не к чему придраться. Как вы так сохранили свои зубы? Я говорю, вот пью минералы, витамины. Оздоравливаюсь.